Ну, мимо доски ты. Так. Мимо. Ну что, будешь заколачивать? Я буду заколачивать мою. Так, руку. Дима, подожди. Костя сейчас тебе сделает трамплин. Фу, сейчас тебе попадет следи. По носу. Мама. Что? Мама. Ну подожди чуть-чуть. Сейчас он тебе закрепит, сделает трамплин. Да, у нас будет, пожалуйста. Мы тестируем трамплин. На старт, внимание. Вот как мы далеко поехали. Ну что, понравился? Нужно его отодвинуть от калитки подальше. Такой вот у нас наколотили. Еще пойдешь на второй круг? Ну а по нему заехать попробуй вверх. А, здесь будешь заезжать. По нему заезжать тоже можно. На ступеньке можно заезжать? Да, давай еще раз попробуем. Тест-драйв, на старт, внимание. А старт, моя, Все. Вот такой замечательный трамплин мы построили нашему малышу. Он целыми днями на велосипеде на нем катается. Это Таня Матаня и совместный проект «Летние игры на улице». Посмотрите всех участников в инфобоксе.